Когда-то женщины были бесправны и сидели дома, но не в наши дни. Никто не сможет сказать, что эти девушки сильно уступают мужчинам. Вы на канале «Узнай больше», а перед вами подборка уникальных женщин, рекорды которых не могут побить. Приятного просмотра! Юная индианка всего за 16 секунд в стойке на руках уложила одно за другим 6 яиц в небольшие чашки. Девочка давно увлекается йогой. Ее соотечественница Гарима Парсани за полминуты совершила 31 кувырок через стойку на руках. Это же так сложно! Британка Андрей имеет особый талант. Она способна крутить хула-хуп лишь одними ягодицами за 3 минуты 400 оборотов. Эвника Садвакасова мечтает основать свою школу бокса, пока на ее счету, например, 654 удара по макеваре всего за минуту. Лаура из Венесуэлы – признанный мастер футбольного фристайла. Она отбила мяч за минуту 180 раз. Да не стоя и неподвижно, она движущейся беговой дорожке. Венди Диас решила совместить сборку кубика Рубика с вращением хула-хупа и собрала 100 кубиков. Нилан Шипатель очень гордится своими волосами, длина которых 170 сантиметров. Их она растит с 6-летнего возраста. Это сколько надо сил и времени, чтобы ухаживать за таким богатством. Лия Шаткивер вообще не переживает за лишний вес, что удивительно. Она ставит рекорды по скоростному поеданию. Например, умяла десяток пончиков за 3 минуты. Шемика Кэмпбелл сумела пройти под планками, стоящими в 30 сантиметрах от пола, целых 3 метра. Лифи Инглс поставила странный рекорд. Она последовательно подняла над головой и бросила на маты десяток здоровых мужиков менее чем за 40 секунд. Ашер Ани имеет самые крепкие косы в мире. Она доказала это, протащив за собой во время шоу рекордов 12-тонный автобус. Хлоя Брюс смогла 51 раз прокрутить вокруг тела жезл, стоя на одной ноге. Вторая была над головой в шпагате. Британи Уолш просто отлично стреляет из лука, но не руками, а ногами, и ей принадлежит абсолютный рекорд в 12,31 метра. Джалиса Уолкер практически повторила рекорд индианки Гаримы, только фляки она крутила не на время, а на максимальное количество и достигла результата в 53 оборота. Линдси Линдберг сгибом руки давит яблоки. Ее рекорд составил 10 штук в минуту. Лиза Битман не отстает от мужа в занятиях тхэквондо и разбила 230 дощечек из дерева, положенных в длинный ряд стопками по 3. Кэти Кихаева умеет крутить самый большой хула-хуп, чей диаметр составляет более 5 метров. У девушки богатый опыт выступлений с обручем в цирке. Сильвани Шамон принадлежит удивительный рекорд. Она сбила ногой 59 мячей для американского футбола всего за минуту. Кэтлин Краус столь сильна, что ловко гнет одну сковородку за другой, 7 штук за минуту. Интересно, а готовить она умеет?
Анна Вильямс холила и лелеяла свои ногти, но не стригла их с 1992-го. В итоге ногти американки достигли 97 сантиметров, после чего она их состригла и заявила, продавать их будет за $47,000 и не меньше. Только пока желающих раскошелиться на столь сомнительную красоту не нашлось. Осман Делибаш давно увлекается моржеванием и достигла уровня мастера спорта. В ледяной воде с температурой плюс 2 градуса она просидела целый час. Хелен Ли Хи поет ниже, чем иные мужчины. Она взяла ре с большой октавы, а это 72,5 Гц. А среди женщин она, конечно, рекордсменка. Анастасия из Англии протащила волосами автомобиль весом в 2,5 тонны. Светлана впечатлила жюри шоу рекордов своими бесконечными ногами длиной в 1,3 метра. При этом рост ее был далеко не гигантский. Нэнси Сивкер всей душой стремится побить рекорд Британи Уолш. И уже немало сделала для этого, но пока чемпионка остается недосягаемой. Дуня Кун выступает на улице, радуя поклонников своего таланта и просто прохожих сложными трюками с обручами. Рекорд ее – одновременное верчение 59 обручей. Натали Дюран лазает по канату, словно обезьяна. Она преодолела 5-метровый подъем за 8 секунд. Кто сумеет преодолеть за это время хотя бы метр? Тинг Хиафен, в отличие от остальных девушек из этого списка, ничего не сделала для того, чтобы стать рекордсменкой. Просто в один прекрасный день, когда китаянке было только 11, грудь стала расти гигантскими темпами. Вес двух молочных желез достиг 22 килограмм. Ханна Роуз Далтон по призванию дизайнер, и при виде нее вряд ли кто останется равнодушным. Автор собственной линии одежды и обуви одевается и выглядит как инопланетянка. Обувь нестандартного дизайна, созданная ею, выглядит словно продолжение человеческого тела. Возможно, такая одежда и не для всех, но кому-то нравится. Спасибо за просмотр. Будем рады вашим лайкам, комментариям и растущему числу подписчиков на канале. Совсем скоро увидимся снова. Пока.